Вот смотрите, видите хрюндель без головы? Вот так в наши дни выглядит бизнес без сайта. О, смотрите, как наглядно. Если вы просто человек, то можете обойтись аккаунтом в Фейсбуке, ВКонтакте или еще где-то там. Но если вы хотите что-то делать серьезное, продавать, производить или оказывать услуги, то без сайта вам ну никак. Раньше вот как эту проблему решали? Нанимали веб-мастера. Ну, да-да, примерно такого. Он брал кучу денег, бил баклуши полгода, а потом выдавал творение, сляпанное руками, растущими сами знаете откуда. Не хочу прям всех веб-мастеров обижать, но так бывает очень часто, сами знаете. Много геморрою, результату ноль. Ну или, например, пытались сделать сайт самостоятельно, просто купив хостинг. Тоже, конечно, идея так себе. И вот он, наконец, прогресс. Новая ступень, пожалуйста. Теперь у нас есть NetHouse. Та-дам! NetHouse.ru. Теперь можно самому, вот так же просто, как ребенок из кубиков собирает тут хрень, собрать самому свой прекрасный сайт. Это же и есть как раз, чего все ждали. Правильно? Да! Стойте! Сейчас я вам визиточку свою дам. Так, где она тут? Блин, что, забыл опять, что ли? А, нет, вот! Та-дам! NetHouse.ru! На всех мониторах страны на визитке каждого!